Сегодня 7 ноября. К нам в деревню прибыла некая экспедиция. Сейчас мы узнаем, кто это. Номера. Номера московские или какие, не разбираюсь. Может, не московские. Добрый день. Кто там у нас? Парень. Такой контейнер. Вот это да, да. Это Морфлот написано. Это вы из-за моря приехали? Откуда вы? Из Мурманска? Яна. Откуда? Марафон. Как доехали? Видишь, отлично. Даже Игоря не пришлось вызывать. По дороге нормально, все, ни разу не остановились нигде. Я знал, что если остановлюсь, все. Это не останавливали. Сейчас я засниму машину. Что за машина тут? МАЗ. Ну, КамАЗ, в общем. Хороший КамАЗ. Вот он приехал сюда. Ну, тут все есть у него. Будем смотреть потом. Ну, что, как будем разгружаться-то? Экранно. А кран где? А кроме крана как-то можно что-то уже снять отсюда, что-то посмотреть, открыть? Ну, так пришвартован здесь, смотрю. Специально какими-то ремнями. А что, не перевернулся, чтобы? Ну, это... спереди у него здесь крепления нет. Кроме ремня. И сколько времени заняло ехать вот сюда, вот, до Барнаула, скажем? До Барнаула из Москвы, ну, из Подмосковья. Выехали в субботу вечером. Ну, 4 дня, 5 дней даже. 5 суток. 5 суток, ну, почти как на поезде, даже больше. 5 суток. То есть это все твое, машина твоя, все это твое. Да? КамАЗ твой? Ну что, сейчас Никита одолжит. Все твое. Вот тут пригодится. Что, ты хотел посмотреть, что там внутри? Ну да. Вот, там такие замки, наверное... Ну потом, ладно, не буду еще. Потом посмотрим. А у меня забито, там сзади металлом забито. Здесь у меня забито тоже. Впереди там у меня мотоблок, там тоже куча металла. А где тут жилище временное? Ну вот, получается, вот здесь у меня кухня была. Раньше они стояли буквой «Г», вот так. То есть у меня там была кухня, а там внутри вот заблокировано. То есть дверь внутри вот так. Но. То есть там у меня спальня была. Ну там перегородка глухая, а здесь вход вот так. Сюда я заходил. Здесь у меня, короче, сушилка там. А где вот это? Вот в эти двери вот или что? Прачечная, короче, душевая. Душевая даже. Да. Потом... А что тут, здесь куда воде выходить? Тут все нам устроено, ну, да? Дальше... Ну, она на землю уходила. Дальше кухня. Вот у меня еще даже здесь есть. Темная труба, ее сначала побольше, ее туда ребята задвинули. А что за труба? А это у меня умывальник есть. То есть и душ, и умывальник, все тут? Так, а сегодня... Умывальник, дальше... А дальше спальня там. Там три кровати. Одна двухъярусная, одна одноярусная. Вот тут написано. А вот там с той стороны вот так разделен пополам. Там USA. У меня мастерская. Там у меня всякие сварочные аппараты, болгарки, дрельки. И тиски там, наверное, да, есть? Тиски есть, генератор, ну все есть. То есть для автономной жизни. А сейчас можно хоть посмотреть, хоть что-то как-то? Ой, да сейчас все завалено, что ты там увидишь. Ты ничего просто не увидишь. Она так, ты откроешь, там скина, понимаешь? А, ну ладно. Так ты как, остаешься сейчас или что? Конечно, я остаюсь. А где будешь жить? Ну пока, наверное, с Виктором пока. У него там тепло, как ты там живешь? Тепло вполне. Вставай. Батарейка плохо, не заряжена, сейчас уже сядет. Ну, в принципе, все, пока сняли, что есть. Трактор. Сегодня трактор ждем, убрали навоз у батюшки со этого, за пару часов, с овчарника. А трактор заранее зерно возит.
Чтоб ковшом надо было загребать, чтоб не руками. Ну отходит так, я смотрю, видишь? Все, плюсовая температура, да? Да, сегодня потеплее. Ну слава богу, что я проскочил. Теперь этап следующий. Следующий этап у нас стать членом общины. Ну и где там выделят мне землю. Застолбить межу. Ну да. Ладно, слава богу.